Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья. И тут у нас очередная новость. И Yuhansa H5000 станет первым смартфоном бюджетной линейки с аккумулятором на 5000 мАч. Также вы найдете ссылочку в описании на товар, на другой телефончик Yuhansa A101, на который сейчас сладенькая цена. Итак, поехали. Недавно в сети появились слухи о том, что разработчики Yuhansa вовсю трудятся над новым смартфоном Yuhansa H5000, который станет первым устройством линейки H. Модель не просто получила такое название, новинка обзаведется аккумулятором съемкостью 5000 мАч. Ожидается, что Yuhansa H5000 представят в октябре. Приблизительная стоимость смартфона составит порядка $100. Производитель решил подогреть интерес публики и выложил в сеть видеоролик, на котором Yuhansa H5000 демонстрирует во всей красе. Аппарат будет иметь раму, окрашенную под металл с нанесением гальванического покрытия. Yuhansa H5000 оснастили 5-дюймовым дисплеем со стеклом Gorilla Glass 4, 4-ядерным процессором MediaTek MT6737, 8-мегапиксельной основной камерой с датчиком Sony EMX219, а также внушительным аккумулятором на 5000 мАч с функцией быстрой зарядки MediaTek Pump Express. Что касается дизайна, то внешняя модель Yuhansa H5000 имеет схожие черты с моделью A101. Речь идет преимущественно об оформлении и прорезиненном покрытии задней панели с приятной на ощупь текстурой. Однако, в отличие от A101, новинка получила один вариант расцветки – золотой. В преддверии выхода нового смартфона компания Yuhansa решила устроить распродажу Yuhansa A101, анонсированного минувшим летом. Напомним, что смартфон с 5-дюймовым HD-дисплеем, покрытым защитным 2,5D стеклом, получил прорезиненный корпус и 4-ядерный процессор MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.